бачу, і ото на той дачі працювати, і працювати, і працювати, розумієте? А якщо немає дачі, то треба бігати, ну що ще треба, займатися гімнастикою. Я якщо не на дачі, то бігаю ото в Шури і Віті, в парку, там бігаю, там віджимаюсь, там гарна дитяча площадка, там можна щось таке виробляти. І ну, це взагалі-то і для здоров'я класно, по-перше, і... ну, як то кажуть, ну, старість мене не дожене. Пыталась бороться по-разному, но я поняла, что смотреть в Ютубе ролики о том, как побороть лень, бесполезно. Поэтому нужно вставать и делать. Это единственное просто, что мне помогает. Если ты ленишься, то ничего не сдвинется. Под лежащий камень вода не бежит. Знаете, есть такая пословица. На даче так боремся с ленью с утра до вечера. И дома тоже. Лінь не доливати ніколи. Дотримуюсь такого, розумієте, що якщо кажуть, що у мене немає часу, то це все відговорки, це все лінь. Як боротися з ліньою? Ми це не вчили, мам. Альона Шуліна – психологиня, НЛП-тренерка, авторка трансформаційних програм для жінок. 5 років займається нейролінгвістичним програмуванням. Має 2 освіти – магістр інженерії і фахівець міжнародної технічної інформації та зараз отримує магістра психології. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні у нас така тема актуальна для всіх, я думаю, тому що ми завжди кажемо собі, що ми ліниві в тому чи іншому випадку. Так чи існує ця лінь? Розказуйте. Доброе утро, Татьяна. Очень рада сегодня встретиться с вами. И очень актуальная тема. Дело в том, что мы, ну, в большинстве своем выросли в парадигме того, что душа обязана трудиться день и ночь, день и ночь. И я сама, в частности, росла с таким убеждением о том, что я ленивая. Мне говорили о том, что лень родилась раньше, чем я, если вдруг слышали такое выражение. Однако, чем больше я изучала, чем больше я смотрела, чем больше я консультировала людей и наблюдала и делала выводы, тем больше я убеждалась в обратном. О том, что лени не существует. О том, что лень – это, как говорят некоторые эксперты, недостаток мотивации. Но на самом деле все, скорее всего, немножко глубже. Все связано с таким простым и очень эволюционно оправданным свойством нашего мозга, как экономия энергии. Если у нас не хватает энергии для каких-то свершений, то мозг автоматически выключает все ненужное, все лишнее, все... Ну зачем тебе это делать в самом-то деле? Дійсно. Тобто лінь – це економія енергії. Ну, можна і так сказати. То есть, если разобрать вообще, что такое лень, и спросить, а как вы понимаете, что вы ленитесь? Вот как действительно? Просто не хочу це робити. От. А что делаете в этот момент? Лежу на диване и кажу, что я не хочу це робити. Ось, я кажу, что я ленива, и все мне кажут, что я ленива. От. Иногда вы не делаете, вы не достигаете какой-то цели, вы не делаете то, что вы должны сделать. Там, например, там, диплом не пишется, ну, он же сам по себе должен писаться. Он пишется за одну нить, завжди. Помним, знаем про это. Не делаете то, что хотят от вас близкие, к примеру. Просто потому, что вы не знаете, для чего большего, зачем вам вообще вставать с кровати. Ну, то есть мотивация нужна иногда даже для того, чтобы зубы почистить. Не говоря уже о каких-то больших делах, которые... которым действительно нужно что-то делать физически, прям встать и сделать. Поэтому очень часто, практически в 90% лень – это, скажем так, отсутствие понимания, для чего мне это нужно. А еще есть одна из причин лени – это, как говорят многие эксперты, они разделяют лень и прокрастинацию. И вот если в основе лени действительно лежит отсутствие мотивации, то в основе прокрастинации лежит страх. Страх того, что а вдруг не получится. Ну, раньше ж не получалось, к примеру. Или раньше была какая-то действительно серьезная там, неудача, и в будущем человек просто боится за это браться. Или ему с детства говорили, внушали такое, не думай. Мама лучше знает, как сделать. Бабушка лучше знает, как сделать. Вот мы тебе сейчас скажем, и все будет так, как нужно. Естественно, это делается с благими намерениями. Но в результате у человека появляется так называемый синдром выученной беспомощности. Когда нет смысла начинать что-то делать. Ну, то есть зачем? Все равно ничего не получится.
И вот с такими страхами уже, естественно, психологи, специалисты, NLP-консультанты работают по-другому. То есть в одном случае, условно, мы продаем свою цель себе же, объясняем, сколько выгод будет от того, что я достигну все-таки этого. В другом случае сначала нужно нейтрализовать страхи. Я такой, знаете, Тань, сторонник теории о том, что бороться не надо. Что если мы боремся сами с собой, то, естественно, кто-то оказывается проигравшим. Ну так, тому що багато от і статей просто в інтернеті от лінь і вибиває, як боротися, як побороти, там 5 кроків, 4 кроки. А ось бачили в сюжеті, дівчинка маленька каже, нас цього не вчили, як боротися із лінню. От чи треба взагалі з нею боротися, чи як, яким шляхом, можливо, показувати собі, де є мотивація, як себе мотивувати? Є в NLP, в нейролінгвістичному програмуванні, дуже проста техніка. А якщо вам кажеться, що дійсно кажеться, тому що якщо ви в принципе, чего-то захотели, значит, у вас однозначно точно есть ресурсы на достижение вот этого, на получение вот этого. Но если вдруг кажется, что недостаточно мотивации, то нужно сесть спокойненько, в тишине, чтобы никто не дергал, и написать минимум 30 пунктов того, что большее будет возможным, когда я вот это вот сделаю. 30? 30. Ого, это треба подумати. Это кажется, что много, ну так, с разбегу. А, например, смысл мне учить английский язык. Вот очень многие вот, говорят о том, что ну, мне нужно выучить английский, но все вот никак. Окей, а что станет возможным, когда ты выучишь английский? Что будет действительно такого классного, здоровского, что будет возможным, когда ты будешь свободно на этом говорить? И 30 пунктов. Да. Настоящий секрет в том, что даже если вы 30 не напишите, а напишите 15, это уже будет ого-го, потому что вы вытягиваете из бессознательного действительно причины, ну, делать вот это. Но если напишите 30, если напишите 40, ну, кто я такая, чтобы ограничивать? Тобто, от в цьому тому і кажуть, що лінь – це корисно, тому що ми сядемо і розглянемо той чи інший. Конечно. То есть, может быть, неочевидны вот эти вот бонусы. Что произойдет? Другое дело, если страшно. Другое дело, если лень – это как, знаете, такой растянутый страх в пространстве и времени. Тогда, естественно, нужно учиться нейтрализовывать страхи. А страх нейтрализуется тогда, когда есть план. Потому что нам очень часто кажется, что «Ой, вот там вот что-то такое большое, непонятное, как за него браться?» А на деле, если написать план по пунктам, что я буду делать в случае… Все просто распадается. И лень в том числе, потому что исчезает страх, а значит исчезает причина просто сидеть на диване и откладывать написание того же диплома. Чи були у вашій практиці якісь такі от, ну, важкі, можливо, моменти саме з лінню, коли людина ну, просто взагалі нічого не хотіла робити? Смотрите, таких прям вот именно конкретно таких случаев просто не было, потому что иначе человек бы не пришел бы, допустим, ко мне. Но когда люди ищут дополнительную мотивацию, у меня есть программы, где мы в группе рассматриваем вот эти вот самые способы, потому что я описала только один из 30 пунктов того, что станет возможным, то люди понимают, что либо это желание вообще не их, другими словами, навязанное. Это вот кто-то хочет, а человек просто так схватил из пространства, ну, надо так, ну, всем надо замуж, всем надо детей, всем надо карьера, и причем одновременно. И тогда это просто перестает быть актуальным. Либо человек понимает, что вот, мне это для вот этого, поэтому я встаю и делаю, как и говорила героиня сюжета. Нужно просто брать и делать. Тобто ми не лінуємось, у нас просто не вистачає мотивації, її треба шукати у собі. Отже, ми пишемо для себе список, так, вибираємо те, що нам необхідно, це просто з того, що запам'ятала, підводимо в підсумок трохи. Робимо для себе, там, виписуємо декілька пунктів, саме що ми досягнемо і що воно нам дасть, те, якщо ми досягнемо тої мети. Так, лінії не існує, так? І давай декілька порад. Як такової лінії не существує. Тобто, существують різні механізми, які скриті під личиною лінії і тим, що ми привикли називати в обществі лінію. А на ділі це либо економія енергії, тому що є якісь діла важніші, либо чоловік, допустим, знаходиться в стані нересурсу, тобто боліє, либо что-то с ним происходит в обществе. Либо это страхи, к
когда страшно что-то сделать, тогда со страхами, естественно, мы работаем совершенно по-другому. Тобто я тепер не буду себе називати лінивою, я просто економлю енергію в собі і не хочу робити там щось. Я не лінивий, я енергозберігаючий. Так, ось так, тепер маємо іншу якусь для себе відмовку, чому ми не хочемо цього робити. Але все одно треба шукати шлях, як все ж себе, ну, не бороти, так? Бороти з собою теж. Не бороться, а находить причини, находить бонуси того, що буде класного, якщо я це все-таки зроблю. Угу. Все, запам'ятали, тепер знаєте, що лінія не існує і що із цим робити, що писати. Дякую вам, я думаю, ці поради будуть корисні для наших глядачів. Альона Шульна, психологиня, була сьогодні у нас в гостях.